Всем привет, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игру под названием Hero Strike. Она пока что доступна только на английском языке, но это не проблема, я думаю, ее скоро локализируют, сделают локализацию на русский язык. В общем, сейчас нам дали в триал попробовать вот такого вот Big Papa, Big Papa, ебой. Но, хотя, кстати, тут какой-то значок, вот D-, я не знаю, что это за значок. Давайте попробуем Big Papa сегодня сыграть, выберу его. Скиллы новые не дали, а нет, вот, скиллы новые дали попробовать. Дали попробовать Toxic Loot, давайте возьмем его. И вместо Meteor Slam давайте возьмем, ну вот, Trial, тут есть, короче, Crazy Charge, но я не хочу Crazy Charge использовать, давайте используем лучше все-таки вот этот, Meteor, мне больше понравился. Сейчас мы поиграем в матч 3 на 3 Superstar. Это вот вы заходите, вот тут есть разные матчи, да, заходите, выбираете вот 3 на 3 матч Superstar. И начинаем. Мне типа этот, как его, забыл. Ну, в общем, блин, опять ник забыл поменять, сейчас поменяем, короче. В общем, мне порекомендовал это, типа, обучение порекомендовало сыграть в этот матч. В общем, погнали. Надеюсь, я помню, как работают скиллы. Ну, походу, это опять боты. Ну, на мой взгляд, ну, честно скажу, я не верю, что ниги такие у игроков. То есть, ни одного плеера, серьезно. Прокачиваемся, у меня один скилл появился, Метеор. Закидываю. Бум. Так, стреляем. Тупо трипл килл. Я использовал еще суперспособность. Давайте пробуем вот эту вот штуку. Нет, ладно, пока пробовать не будем. А, вот, это масло типа выкидывает, еще оно делает. И что это такое? Рэмпейдж, слышали, ребят, рэмпейдж было. Unstoppable. Так, сейчас залетим, короче, с этого, с ульты. Dominate. Блин, как с дотки прям. Кайф, просто кайфую. Метеор прокачаем сейчас. Кстати, видите, локация восстанавливается после разрушения. Несмотря ни на что, да? Слышали? Godlike. Богоподобен просто. Просто я богоподобен. Плеер. 3 звезды, ёпта. Забираем хилочку. Берем еще эти. Прокачаем этот скилл. Он очень у него крутой. Реально очень крутой. Прям. Ну это видите боты? Видите, они как меня атакуют. Дабл хил опять. Ну мне вот нравится. Игрушка нравится. Не знаю, правда, когда нас от ботов перестанет кидать. Видите, какой-то режим, это типа собрать звезды, как я понимаю. Звезды дропаются. Оу май, меня убил. Челик. Видели, с какого расстояния убил? Тупо 4 звезды дропнулось. Ну все, короче, мы сейчас проиграем. Да? 22 звезды. Ага, сейчас, отдай мои звезды, слышь. Челик. Звезды отдал? Куда собрался? Все звезды у меня, ёпта. Щиток, гляньте, заюзал. Но я щиток пробил быстро, в принципе. Ой-о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 й
Срочно надо, короче, кидать ульту туда. У кого звезды? Где челик со звездами? Куда я полетел, ёпт? Да ну-ка, в кого ты стреляешь? Ты автоатакой, ну фигач, ну. Ух. Даблкил. Нормально. Похилялись. Я думал, сейчас проиграем. Ну, 70 звезд у нас. Ну, этот режим поинтереснее, чем прошлые были. Здесь хоть какая-то, знаете, такая... Врываемся. Пыщ. Фух, победа. Я думал, я сейчас наконец-то накосячу в конце. 27 киллов просто сделал на ботах. Ну, было весь. Ну, в принципе, я думаю, что это боты. Вот, честно скажу, я думаю, что это боты. Мне понравился очень этот персонаж, он очень крутой. У него очень крутой свой скилл, прям люто крутой. Так, нам дали монетки. Дали новые карточки скилла. Открыли ему новый скилл. Надо бы сейчас посмотреть, что это за скилл такой. Мне предлагают еще раз бегать в матч. Вот видите, есть крутые матчи 4 на 4, плюс есть матч Дизматч. Типа с ресом, да, возьмем его.
Скиллы, вот, новый скилл. Давайте загрейдим, давайте почитаем. Enemies, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ой, короче, читать нет смысла. Слишком много английского. Поэтому мы сейчас возьмем, в общем, вот этот скилл. Грейданем его. Стой, ну отменись, ну. Наверное, не успею, да, отменить? Не успел. Ай, ладно. Посмотрим, давайте, это что за режим тогда? Чё это за челики такие? Ну понятно, что этого надо убивать. И чё? И чё? Это чё, тренировка какая-то? Я просто не понимаю. Давайте потестим скилл тогда, чё. Вау, а он хорош. Кстати, посмотрите по поводу этого скилла урон. Смотрите, урон скилла. Лютый, да? 4000 так просто взял и снес. Да, это походу тренировка, надо выйти как-то с нее. Смотрите, здесь можно прокачать уровни себе. Прикольно. Мне нравится. А мне реально нравится, гляньте как можно. И без КД можно сделать, класс. Ля какой, а. Да это понимаю, нормальная тренировка, не то что в Бравл Старсе. Хотя там тренировка, по сути, не имеет никакой прокачки, смысла и всего такого. Там просто чисто потесты персонажа. Но я хотел дизматч сыграть, а меня почему-то кинуло не пойми куда. Во, дизматч. Так. Выбираем героя. Выберу, наверное... Не, давайте другого кому-нибудь выберем. У нас есть вот такой вот ковбой, давайте его сегодня потестим. В прошлый раз его вроде бы не было. Посмотрим скилл ковбоя. Хотя, в принципе, мне этот персонаж больше нравится, давайте его потестим. Пока что. Я думаю, ковбой никуда не пропадет завтрашним днем. Завтра, если что, потестим уже ковбоя. Так, ну и погнали в матч. 4 на 4. Блин, опять ник не сменил. Но какие-то ники у них слишком подозрительные. И как они себя ведут? Ну, по-любому боты. Но я не понимаю, почему столько ботов? Что, в этой игре такой плохой онлайн, что ли? Вот непонятно. Но игрушка прикольная, мне нравится. Может быть, слишком большая конкуренция на рынке. Интересно, интересно. Но тут кусты тоже прикольно работают, как вы заметили. В плане этого всего. Хотя, в принципе, тут, наверное, сложно будет отличить бота, не бота. Как бы стреляются все одинаково, чё. Берем луч. Минус один на ману. Это что такое было? Лол, я прыгнул с ульты, меня сразу шотнуло. Что? Что, блин? Ничего себе там, может это все-таки не боты, а? Ой-ой-ой, надо валить. Вот это скилл, кстати, классный. Мне понравился. Пыщ. Трипл килл должен быть у меня. Но нифига подобного. Не, нормально. Нормальная свяжка. Тут именно, видите, по киллам надо как-то отыгрывать. Мне по киллам больше нравится играть, чем как-то по другому варианту. Блин, ничем не попал, офигеть. Это скилл. Да хватит мои киллы забирать, слышь? О, ракета, ёпт! Че она так далеко? Блин. Я не ожидал ракету увидеть сейчас. Ну, мы пока лидируем. Пока что. Ну вот сейчас уже сложновато как-то стало играть. Честно вам скажу. Unstoppable. Разваливаем челиков, автоатака чисто. Ууу, ракетку вернулся. Понимаю. Понимаю. Рэмпейдж. Это, кстати, я сделал рэмпейдж, если чё. Доминейт. Это уже не я. Ракета, кстати, залетела. Килл. Дабл килл. А чё это не я делаю? Кто их успевает убивать? Алло.
Смотрите, сколько опыта, кстати, валяется. Просто. Прокачивай не хочу. Ой-ой-ой, сейчас мы что-то отъезжать начали. Ну все, я, короче, фул прокачал. Надо сейчас пойти похиляться. Перестать стрелять, по крайней мере, хотя бы. Ну, я похилялся, в принципе, можно врываться. Поехали. Ворвался, короче, текаем. Лазер очень долго перезарядку имеет вот этот. Минус просто шотнул. Нормально. ГГ. ГГ изи. Посмотрим, сколько киллов набил. 27, при этом, смотрите, нормал коалок. Нормал коала, блин. Походу, все-таки это не бот, и может я ошибался. Он тоже 27 киллов сделал. Ну, 27, точнее, очков набрал, при этом он сделал 13, 14 киллов, 3 смерти. 19 помощи, у меня получается 13, 2 и 15. Ну, такое себе. В принципе, я должен был покруче сыграть, чем он, но... Он оказался неплох. Так, мы прокачали 4 уровень. Я помню, что надо ник сменить. Помню. Давайте зайдем, наконец-то сменим ник. В смысле на 9 уровне? Давайте хоть иконку поменять. Уля, тут иконки за кристаллы. Все платно. Я хочу себе котика. Я хочу котика, слышь? Ну ладно, давайте что-нибудь из этого выберем. Вот это вот выберем. Офигеть, да? А, можно еще рамочку выбрать по кругу. Желтенькую возьму. Вау, сколько здесь рамочек. Блин, хочу все, хочу. Ник почему-то нельзя сменить, как вы видите, да, тут пишет Unlockable at Battle 9. Эмоции здесь есть еще. Кстати, игрушка хорошо развита в этом плане, посмотрите. Spaceship. Кораблик можно прокачать. Ну, выбрать. Бананчик. Хочу бананчик. Кстати, вот это дадут за прохождение, за рейтинг. И вот, кстати, можно смотреть прошлые игры, если что. Ваши. А это неплохо. Я вам так скажу, классно. Осталось мне набрать 9 уровень, как я понял, или 9 боев провести, и я смогу наконец-то сменить себе ник сплайера этого галимого на что-нибудь интересненькое. Кстати, давайте посмотрим другие режимы. Тут есть режим 3 на 3. Дизматч. Есть next моды, но это уже будем потом смотреть. Ивенты пока что нету. И соло есть мод какой-то. Давайте, наверное, сейчас суперстар. Давайте дизматч сыграем, вот 3 на 3, да? Скиллы я только поменяю. Скорее всего, наверное, возьму какой-нибудь другой. Ну, блэкхол возьму. Хотя у меня есть вот такой вот скилл. Давайте лазер возьмем. Daily quest. Error. Error. Просто error. Видите, at battle 9. Я не знаю, то ли уровень надо взять, то ли 9 битв сыграть. В общем, погнали, еще одну битву скатаем. Как минимум на этом персонаже. Блин, все такие модные, с крутыми скиллами. Тоже хочу. Но для этого нужно в игрушку хорошенько играть. Во, я прилетел на своем космическом корабле. Сейчас, короче, пойдем разваливать. Stupid End. Я не помню, что как End переводится. Наступит этот глупый вроде как переводится по-английски. Но мне кажется, вот пока я не могу играть, типа, ну, сменить ник свой, значит, пока что я даже не играю через этот уровень, типа, ну... Кстати, когда вы кастуете лазеры, можно двигаться, если что. Кому было интересно. Убил, отлично. Хотя он какую-то штуку использовал, типа прыжка на меня. Но у него, конечно, ничего не получилось, потому что... Не на того прыгаешь, ёпта! Ой-ой-ой, какой стан зашел, а? Какой неприятный стан зашел. Дабл килл, трипл килл. Вообще кайф, трипл килл просто взял и сделал. Сейчас еще похиляемся. Наберемся немножко опыта, лазер возьмем. Кстати, лазер, походу, сам по себе кастуется, если что. Double kill. То есть вы можете его тыкнуть и бежать дальше по своим делам, а он сам по себе будет уже дальше использоваться. Но это не точно, сейчас проверим это все. Кидаем лазеры. Зашли просто вообще кайф, да? Godlike. Ну, конечно, Godlike, ёпта. Царь хули. Если так можно сказать. Так, давайте лазер прокачаем. Ого, ты чё такой живучий, а? Ой-ой-ой, ворота надо врубить, короче. Хильнемся сейчас быстренько. Прокачаем еще лазеры. Немножечко. Помаленечку, по зернышку. Так, ну сейчас там один боец остался, не хочу на него лазер тратить. Как бы, ну он один, чё.
Давайте закинем. Вот, видите, я кинул лазер, он сам по себе кастуется. Дайте приз, можно сами по себе кастовать. Ля-ля-ля, пошли, просто лазер за лазером. Это унижаем. Видите, кстати, есть какой-то скилл на притяжку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо сейчас аккуратненько сыграть. Пойдем захиляемся. Отлично, и можно возвращаться. 43-12, мы вообще лидируем очень легко. Очень легко. И незаметно, да? Вот это урончик пошел, офигеть. И лазеры так на. О, кайф. Вот это, понимаю, кайфово залетает. Прям чувствуешь весь, всю доминацию. Правда, вот когда буду с игроками играть, интересно, как оно будет. Лазер пошел. Да блин, куда ты их растолкал? Ну, слышь. Ой-ой-ой. Так, добиваем, добиваем. Они скиллы тоже прокачивать начали. Заразы такие. Опа, ракеткой промахнулся, да? Не скилловый, что ли, а? Слабак? Так, надо текать, а то сейчас мне этот слабак вынесет. Да, слабаки нынче уже не те. 5, 4, 3, 2, 1. Ну блин, ну почти килл сделал. Эх, ладно. 31 в итоге по киллам. Минус 2. Анто не смог. Ант не смог, да? Типа это, Amazing Cow, это вроде... Не помню как. Переводится Cow? Какое-то животное. Может, коза. Но Amazing, это типа невероятно. И я 16 киллов сделал, ни одной смерти. Ни одной смерти. Это успех, ёпта. Рекрут 1, получаем ранг. Неплохо, в принципе. Вот этого персонажа себе хочу посмотреть. Trial Spirit. Out Trial Cards. Все, короче, триал у меня закончится на этого персонажа. И он у нас убег. Убег он у нас вот сюда вот. То есть, скорее всего, каждый день будет вам давать возможность играть триал на разных персонажах. Вау, лянь, Вальвет какая прикольная. Вау. Реально прикольная. Посмотрите на эти мечи такие на руках. Класс, хочу посмотреть. Батас. Батас вообще. А, какой. Дурас, дурас, ёпта, просто дурас. А тут сейчас скины есть? О, тут сейчас скины есть, а тут... А на эту есть скин? Ну, такой себе скин. Блин, советский командир, короче, какой-то. На эту даже два скина есть. Вау, прикольно, да? Такой боксер. А на этого тоже скин типа есть? Ну, такой какой-то китайский скин. Вау, какой роб... Вот робота хочу. Робота хочу, капец. Гляньте, какой, а? Какой робот? Это типа египетский робот, видите там? Ушки, все дела, типа сфинкса, да? Египетского. А это обычный. Класс. Вау, Феникс. Ну реально классный персонаж. Вот если взглянуть на то, что Зубу и Бравл, там персонажи тоже все прикольные, но тут какое-то прям разнообразие чувствуется. Причем реально, смотрите, модельки меняются очень серьезно, причем. От скинов. В отличие от той же Зубы и Бравла. Топорщик, а что это? Прикольно, ляньте. С какими-то не... Это с ракетки, типа, теннисистом его сделали. Уматовый. Еще какой-то варвар. Брейкер его зовут. Водяной стиль. Ну, водяной на зубе тоже был. Вау. Мород, смотрите. А что за стиль? Не, ну класс. Классный вообще. Посмотрите, анимацию видели? Тут даже этот танец есть. А если интересно, у них права на этот танец? Вау. Блин, ну что такие тут персонажи классные? Бычок. О, посмотрите. Блин, ну я хочу поиграть за всех. Надеюсь, завтра дадут еще триал на других. Возможно, даже всех дадут попробовать. Это будет очень круто, если так будет. Ладно, ребятки, будем на этом заканчивать. Сейчас. Ну ладно, сундучок-то откроем. Откроем, конечно, открою. Как же без сундучка? Давайте, короче, открывать. Ну что, поехали. Что нам выпадет? Дали монетки. Дали карточки написано. А смысл он не открылся? Мне два новых персонажа открылись. Чего? И скилл дали. Чего? Чего? Плюс два новых перса за один сундучок? Вот это понимаю. Не то, что в других играх, да? Ля, тупо два новых перса. Только были в триале, этого даже не было в триале. Я, кстати, не могу выбрать стиль. Походу, стиль надо будет как-то докупать или добывать. Блин, прикольно. Тут уже 4 персонажа, как бы.
На трех из них я еще не играл. Значит, завтра уже поиграем, ребят. И на этом будем заканчивать. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, чтобы видео выходили как можно чаще. По этой игре конкретно. Ну и не болейте, не скучайте. И всем пока-пока.